Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о водных наклейках для ногтей, которые я выписала из сайта AliExpress. Кому интересно, приглашаю к просмотру. Итак, я с сайта AliExpress заказывала вот такие водные наклейки. Здесь в комплекте их 50 штук. Сейчас откроем и посмотрим. Вот их так очень много здесь. Одна наклейка, я помню, мне обошлась в 5 рублей. Здесь их 10 штук. И можно наклеить на все ногти. Рисунки очень красивые, очень интересные. Вот такие рисунки. Цветочные мотивы. Есть очень нежные рисунки. Сейчас я вам их всех покажу. Там, конечно, без права выбора, они случайные рисунки отправляют. Но здесь 50 штук, и можно выбрать по душе. Очень интересные есть. Есть, конечно, невзрачные цветовые решения. Вот такие бледные есть. Но мне такие тоже нравятся. Но бывает же иногда вот такое спокойное настроение, когда особо неохота выделяться. Хочется какого-то скромного рисунка на ногтях. Тогда вот такие очень даже ничего. Но есть, конечно, вот такие яркие. Они сверху вот с пленкой. Эту пленку обязательно нужно сначала убрать. Вот эта пленка. Если вы с пленкой опустите в воду, конечно, она прилипнет, и потом будет невозможно ее убрать. Вот. Сначала эти наклейки нужно вырезать по форме ногтя. Вот они как раз рассчитаны, с большого пальца идут и в сторону уменьшения, вот, по размерам. Вот. Вот очень интересный рисунок тоже. Можно, конечно, приклеить на одну ноготь только, остальные под цвет как-то украсить. Вот тоже мне нравится рисунок. Вообще можно выбрать, конечно, по душе. Здесь такой большой выбор. Я такие раньше выписывала по отдельности, но они обходятся дороже. Почему я вот предлагаю вам купить именно эти? Потому что они очень дешево обходятся. Вот одна мне такая обошлась в 5 рублей. Тогда как вот это, например, я выписывала вот в такой красивой упаковке, она обошлась в 3 раза дороже. Хотя вот если вы посмотрите, они абсолютно одинаковые. Вот из этого комплекта у меня, по-моему, такой же рисунок. Давайте откроем, сравним. А по цене гораздо дороже. Что, конечно, обидно. Но неохота же за упаковку переплачивать. Ну, если там вам в подарок, тогда, конечно, можно. Так, как это открывается? Угу. Вот. Вот это у меня дорогая была. А это из этой серии. Абсолютно одинаковый рисунок. Вот. Ну, решайте сами. Я ссылки все оставлю внизу. Можете идти и другие, если вам интересно заказать. Но мне вот эти очень понравились. Давайте до конца посмотрим рисунки. Такие розочки. Вот такой нежный рисунок с незабудками. В общем, на любой вкус можно найти наклейки. Вот эти очень красивые. Вот эти очень нежные. Они очень легко клеятся, причем держатся очень хорошо. Я уже пробовала. Вот очень красивый рисунок с ромашками. Вот такие были у меня наклейки. Это вот на всю ноготь. Я еще заказывала вот такие наклейки. Они отдельно, каждый цветочек клеится на ноготь. Тоже их много было в упаковке, 60 штук. И одна вот такая наклейка обошлась мне, по-моему, в 4 рубля. Тоже очень выгодная покупка это была. Но потом мы с подругой их поделили. Вот если вот так разрезать, получается 2 одинаковых части. 2 одинаковые части.
И после того, как поделили, у меня вот осталась вот эта часть. Ой. Тоже они очень красивые, очень удобно клеится. Кто этим занимается, тот знает. Даже вот половинки хватает, конечно, надолго, потому что на каждую ноготь это клеить не очень красиво. Можно оформить одну, две ногтя, и тогда будет как раз хорошо. Тоже рисунки интересные. Большой выбор. Такие были в наборе 60 штук. Они все пришли. Сколько было заявлено, я считала, проверяла. Вот. Тоже на разный вкус есть тут изображение. Кому интересно использовать такие наклейки, конечно, можно. Вот. Но самое большее, что мне понравилось из всех этих наклеек, кстати, из такого же набора, из такой же серии я заказывала вот такие дорогие. Вот, кстати, по-моему, они одинаковые по рисунку. Да, немножко только оттенками отличаются. Вот эти были дороже в 3 раза. Но они, по сути, такие же. Были у меня еще вот эти, я не пробовала. Я их еще берегу. Очень красивые они, хочу попробовать тоже. Тоже эти были дорогие. Но самое большее мне понравились вот эти наклейки. Они как кружево. Я их уже использовала. Они не черные на самом деле. Это только пленка основа, на которую они приклеены. В общем, на прозрачной основе вот такое белое кружево. Можно нанести любой лак и потом приклеить вот это кружево. Получается очень красиво. Лак на основе у вас будет просвечиваться вот через кружево. И очень эффектно получается. Давайте попробуем вместе приклеить. Я вот для этого своего лака выбрала вот такие вишенки. Выбираю одну вишенку, вырезаю рисунок. Нужно первым делом отклеить пленку, которая сверху. Вот она. Зацепила я ее. Вот, убрала. Дальше нужен будет нам пинцет. Прихватываем пинцетом и опускаем в воду на 20 секунд. Вода обыкновенная, комнатной температуры. Итак, вынимаем наклейку. Попробуем, отходит или нет. Да, вот хорошо отходит. Прихватываем тоже пинцетом и наносим на ноготь. Вот так мы приклеили на ноготь. Потом нужно сверху нанести топовое покрытие. Вот такая вишенка у меня на ногте. Вот так они удобно и легко клеятся. Вот такой богатый выбор наклеек у меня благодаря AliExpress. Потому что здесь в магазине за такую цену я бы столько не смогла купить. А так вот попробовать очень интересно, очень хочется. Вы тоже можете туда заглянуть. Все ссылки будут внизу. Кому интересно, посмотрите, конечно. Там такое большое разнообразие. Вот такой у меня был обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачных покупок на AliExpress и пока-пока!